chop, 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 chop. Вы приехали, очень здорово выглядите. Хорошо. Вот, а мы ждали, очень рады. Сегодня прям стало тепло наконец-то в Ставрополе, прям, ну, именно от, тепло? От вашего нет. присутствия. Нет, нет, от вас прямо горячо. Катя, ну скажите, ну вот вы сегодня и в фильмах снимаетесь, и исполнительница песен, и модель, и мать. Скажите, вот в каком амплуа вы себя чувствуете комфортнее всего? Я люблю секс, и люблю им заниматься, и люблю показывать себя. То есть вы как бы... Я не стесняюсь, мне во всех амплуа комфортно. Думать ты болен, со мной быть фриболен, свой день нет. Начали сниматься в порно? С 18, естественно. Мы соблюдаем все законы. Тогда скажи, почему ты в такой униформе германского офицера? Фашизм сегодня получит во все дыры. Будет наказан, будет. Но наши разведчицы, они не хуже, и сегодня они это докажут. Они победят меня, мы будем воевать. Пришла идея снимать порно. И почему? Ну, это долгая история. Скажу коротко, попал в автокатастрофу, и потом что-то вот, так сказать, мировоззрение повернулось. Значит, и теперь я один из родоначальников вот этого хорошего искусства, которым я считаю одним из лучших. Вот. Ну, я представлял страну на нескольких международных порнофестивалях, в Барселоне, в Португалии. Вот, являюсь заслуженным тружеником своей профессии, старейшиной, председателем актеров взрослого кино России, а есть такая неформальная организация. Вот, поэтому, значит, много у меня регалий и много воспитано звезд. Начиная там от Елены Берковой, всем известной скандальной участницы «Дома-2». И вот, конечно, наш венец творений, секс-символ российский, лучшая девушка индустрии Катя Сабу. Дочь, правильно? У вас дочь, да, это ваша совместная. Да, настоящая. Да. Если дочь подрастет и скажет, что я хочу сниматься в порно. У нее немножко другие если уже планы на будущее. Она уже берет пистолет. Игрушечный, стреляет. Нет, ну на самом деле, как бы, она уже понимает, что здесь ей не добиться вершин, родители не перепрыгнуть. И поэтому я думаю, что она будет искать какое-то новое себе применение, где она действительно добьется настоящих высот и успеха. Она очень талантливая. Она уже начинает петь и рисует очень красиво, так что да. Я думаю, что она найдет себя. Да. Я лишь жду, сядешь в тюрьму, валишь и где, тонешь в реке, все не важно. И говорю, кинолейте, девчонки, давайте еще, может быть, все. Эй, вы тут бренды, сломайте мне пинтик, хлыми поток, будет все ок. Катя, скажи, пожалуйста, и ты такая, ну, совершенно раскрепощенная, да, девушка, есть какие-то у тебя ограничения, есть какая-то сцена, в которой ты принципиально отказалась бы сниматься? Порно? Нет, я люблю пробовать и люблю что-то новое, так что если Бог мне что-нибудь запретит, то я не буду это делать. А что может запретить Бог? Ну, значит, да нет. Я не снимаюсь с молодыми людьми, я снимаюсь только с девочками. С молодыми людьми младше 18 лет не снимаешься. Нет, ну на самом деле у нее, значит, специализация по девочкам, и партнером в основном ее в сексуальных сценах выступаю я лично сам. Поэтому вроде как. Поэтому я все люблю пробовать. Минимально, да. А тут, значит, у нас ограничений, значит, нету. Вы не ревнуете, Катя, к девушкам? Когда я вижу, что они получают настоящее удовольствие, есть момент ревности. Да. Ну, без этого никак, работа есть работа. Это как-то
помогает вам в личной жизни или в вашей совместной? Нет, у нас это совсем другие игры, поверьте мне. У нас более они такие романтические. А как, мне интересно, Катя, как твои родители, например, относятся к тому, чем ты занимаешься? Может быть, это банальный вопрос? Ну, немножко. Ну, они, так как я все делаю хорошо, они отлично радуются за меня, что я счастлива, что у меня есть ребенок. Им за нее не стыдно. Потому что она все делает хорошо.